Да, иду только у меня. То есть мы с вами делаем первое что, да? С этого уже начинали, да? Вот, все, прямого. Сейчас то же самое делаем. Не спеши, Леш. Не спеши. Не спеши. Раз. И вот эта рука делает то же самое. Оп. То есть я закрываюсь обычно, вот так же я подкидываю, так же я приседаю. Но вот эта рука, оп, подбивает его все. Когда мы били прямой, было вот так. Видите? Сейчас меняется плоскость удара. Видите? Плоскость удара. Я его не останавливаю, а чуть-чуть меняю, приостанавливаю, меняю направление. Видите, как его подбиваю. А вот эта же рука и проводит его. Вот, видите, движение, видно. О, она идет, идет, встал. Вот у вас проблема вся, вы встаете. Как будто вы не бьете, а хотите коснуться. Идет удар, он же идет, он пробивает голову. О, ты бьешь или не бьешь? Ура! Да, вот и бей, пожалуйста. Еще раз, не спокойно. О, вот, видишь, пролетело. Это добавили. Оп, вот он. Оп, опять вперед. Понятно? Вот эта рука идет в тот. А это идет в рот. А это сюда. Вот это идет. Сюда. Видите, как подбивается? Раз. Раз. Не останавливает удар. О, видите? Это одна рука. Вот это та рука. Вместе они делают вот это дело. Понятно? Понятно или нет? Понятно. Все то же самое. О, вот эта ручка. Ручка пошла. И там она сбросила. Ясно? Поехали. В общем, все получается. Вот он бьет. Я делаю на руку. Нырок. Те же самые действия. Нырок, да? То же самое. Оп! То есть кто к чему приучен? Нырок, нырок, фиг с тобой, делай нырок. Но эти же самые действия, да, о том, что когда люди говорят, как его сделаю, я не сделаю. Если ты это не умеешь делать, естественно, вот вы это делать не умеете. Вы все как клоуны там. Второй ход хочешь, ты хорошо не получаешь. А когда вы к этому приучите, это вообще без проблем. То есть, раз, что, какие проблемы, что проблемы? Ну в чем проблема? Быть свободным – это проблема. Быть расслабленным – это проблема. Не зажатым кулуном, где ничего не получается, а потом говорит, это не работает. Не работает у вас в башках, у вас в головах не работает. Не работает у вас в головах, поэтому не работает в руках и в ногах. Вы все время закрепощаете. Когда вы встали, закрепостились, и вы пытаетесь сделать вот так, тогда, естественно, там вверх туда что-то попадет, а это не получается. Получается. Рука, руки не работают, ноги не работают. Корпус не работает. Ручки-то расслаблены. Разговор о чем идет? Вот о чем. Он бьет ручка и полетел. Леш, ты бей просто. Бьет. Боковой. Оп. Просто бьет. Оп. Просто. Если это не работает, а вот вместо этого мы что делаем? Это о тех умных людях, которые... Ну, может, еще и попробует, а потом ставит вердикт. Не работает. Почему? Потому что они делают вот так. Вот сейчас чуть башку мне не снимется. А почему? А потому что... Стоп. Потому что я сейчас как раз хотел сделать, как многие делают. Нет, не делай сразу. Не вот за счет этого, вот подвиг идет. Вот, не вот так. Снаружи ближе. Не вот так. А вот так. Когда человек пытается делать вот так и не понимает, что... Суть движения не отсюда начинается, вообще не отсюда движение начинается, с поднятия плеча, вот с чего, с работы кисти. И когда работает кисть, оп, тогда мы пролетаем. Кисть должна сработать. А если движение не отсюда начинается, не отсюда, почему у меня сейчас поднялся локоть? Кисть. Потому что я дернул кистью. Я не думал об этом локте, я не думал об этом плече, но мы же умные люди, мы же как же. Мы же там что-то видим, а подумать, у нас ума-то не хватает, подумать, размножить все. Увидеть за счет чего, пересмотреть 10 раз,
переслушать объяснение 20 раз. А потом уже начинаю делать. Движение начинается целиком. Я ухожу вниз, как при нырке, ухожу вниз. А рука подлетает за счет кисти. Оп, поэтому, когда он ее бьет, хоп, то есть он здесь. И все. Ясно, нет? Продолжаем. А локтем еще больше разгоняет. Конечно.